Там гранта белая. 11-го года белая. Разворочен бампер. Крыло согнуто. Капот почти цел. Он считается, что цел. Зазор обратил внимание. Вот зазорчики такие сейчас. Такими они останутся. Вот, рихтанули мы гранту. Тут по фаре все срослось. Зазорчик вроде нормальный. Но вот по капоту зазорчик здоровый. Это будем доделывать мы. Выводить зазоры. У двери нормальный зазор. Как заводской, можно сказать. По фаре нормально. С другой стороны тоже сойдет. Смывка очень вредная. Работать надо в перчатках. Вот мы наносим еще третий слой. Еще будем ждать, пока прореагирует. Вот, зачистили мы транспортировочный грунт. Пришлось шкурить 120-й наждачкой. Использовали такие перчатки. Такие не разъедает. Такие обычные, типа медицинские, съедает. Правда. Смывка. Подготовили мы бампер, зашкурили, обезжирили его под грунт. Крыло тоже сняли, транспортировочный грунт зашкурили и подготовили к грунтованию грунтовки. На месте рихтовки зашпаклевали, здесь зашпаклевали на рамке и тоже будем грунтовать. Вот, загрунтанули мы грантовский бампер. Такой вот бамперок. Вот. Крыло тоже грантовское грунтанули. Так вот выглядит. Внутри тоже как следует грунтанули. Подготовили к покраске. Замыли грунт. Так крыло выглядит. Так выглядит замытый бампер. Все, только крась. Только в бой. Выглядит замытый бампер. Полностью готовый к покраске. Здесь тоже мы подготовили. Загрунтовали, замыли. Закрыли всю машину, чтобы не налетела пыл. Слой базы лег хорошо на бампер. Нигде вроде не подняло. Не вроде, а не подняло. Нанес первый слой базы. Краска хорошо растекается. Ложится хорошо. Вот так все получилось. Сказать про эти отверстия. На бампере их не было, они были запаяны, мы вырезали их вручную ножом канцелярским. Такие отверстия. Второй слой базы и сразу через минуты две загнал под лак. Мокрый по мокрому. Поставил Андрюх крыло. Собирается часть капота заполировать, да? Пока что видно различия. Двери тоже будешь, да, полировать? Да, дверь, капот вот. Частично. Ну косяк надо это заполировать, потек по лаку. Вот. За эту цену он должен сам присосаться, нахуй, крылу и растечься, блядь. На Вол Ультра, блядь. Так вот, болты закрашиваем, да? Да. Что делаем, болты закрашиваем? Заводское вообще дело. Ну. Вот, короче, заполировал я основной потек тысячный. Вот, сейчас буду проходить двухтысячной шкуркой. Дальше сбивать. Затер двухтысячный. Потеки уже почти не видно. Везде тут, в этих тоже местах прошелся двухтысячный. И сейчас буду полировать. Вот я заполировал участки зашкуренные. Все крыло заполировал, и так вот. Все, оно горит, протер полироль. Доделали мы гранту. Все, поставили бампер. Прикрутили
не везде. Потому что болтов как и не было, так и их нет. А так все выглядит офигенно.